сказали, как бежит. О, сейчас мы с вами тут насмотримся красоты. Площадь Ленина. Огромная разминочная площадка. Красный костел. И зона старта. Справа БГУ. Сейчас посмотрим. Офис Минского метрополитена. Сейчас пойдем снимем, как вход выглядит. Приличное количество народу. Классно все расчистили. Сейчас эти машинки поедут. И за ними побежит вот эта вся масса народу, девушек. Спасибо большое. Ой, как круто петь на морозе, на свежем воздухе. А еще как круче будет бежать. А я хочу сейчас немножко добавить градуса. Есть песенка у меня, она называется «Вот недавно на пляже». Тут не очень хорошо разминаться. Будем туда махать ручками и топтать ножками, поэтому присоединяйтесь. Ох, как непросто. Вы знакомые лица, какие в первых рядах здесь. Прям вип-випы. А там чем дальше, тем вип-випи и все. Девочки, давайте еще пошумим немножко. Все-все-все-все! Вот это похоже на праздник. Итак, ну что, про гитару на пляж. Гитары нету, пляжа нету, зато настроение, праздник. И ваши теплые.
победе. Давайте аплодировать каждый. И, конечно же, вашим любимым. Я знаю, здесь вы подучал, а где вы нет. Дистанция 2,5 и 5 километров. 5 километров моим темпом слабеньким — это полчаса, учитывая, какие там чемпионки бегут. Кому-то сегодня будет уборки, кстати, управлению центр. Не очень, наверное, рады, да? Понимаю. Здесь посвободнее, мы сейчас пройдем и посмотрим, что здесь происходит. То есть минут через 20 чемпионка прибежит, может даже, ну вообще мировой рекорд на 5 километров, по-моему, минут 12, если мне память не изменяет. Ну за 12 минут вряд ли кто-то пробежит, хотя погода, честно говоря, такая беговая. Прохладненько, но не холодно и не жарко, что самое главное. Кто-то, конечно, там будет стоять по дистанции. Из-за забега перегородили весь проспект. Организация на уровне, надо сказать. Очень даже приятно все. Туда мы не пойдем. Главпочтамт встречает победителей. Поверь в свои возможности. Правильно, супер. А вот эта машина время считает. А, это кто бежит на 2,5 километра, наверное, да? Ну вот. 5.40, 2,5 километра. Хорошо, бежит. Какие-то зайцы идут. Ну, в общем, это очень быстро. До площади Победы отсюда 2 остановки на метро. Но я бы эту дистанцию пробежал бы, ну, если бы очень сильно напрягся, минут за 25. Вот сейчас и посмотрим, за сколько пробежит самая быстрая бегунья. На что ставим 5 километров? Сколько, думаете, пробежит? А еще буду, да, 5 километров? Да, вот сейчас 2,5. А вы за сколько бегаете? Мы 5 не бегаем. Не? А сколько у вас? 10. А сколько вы 10 бегаете? По-разному, 10. Ну так. 15. 17 минут? Не, вы не можете, не. Ну вы, может быть, пробежите, ну, за 40 минут. 50? Ну где-то я тоже так же 50, если напрягусь, а так час. Спасибо. Зайцы бегут. Или кто это вообще?
пчелы, может быть. ОМОН за 50 минут у нас бежит. Или это спецназ был, или это внутренние войска. 50 минут. Ну, значит, я, в принципе, не самый плохой результат показываю. Я, конечно, 50 минут давно не бегал 10 километров. Но вообще бегал как-то. Было дело. Это 2,5 километрики возвращаются с той стороны. Надо бы, конечно, на ту сторону как-то перейти. Можно вот здесь, наверное, перейти, да? Чтобы их там встретить. Мы так и сделаем. Я переместился на другую сторону. Здесь их будет лучше видно. Наверное. Видите, сколько народу? Это, наверное, время на 5 минут.
на 5 километров. 16.44 время. 16.40, 8.49, 50. Ленин смотрит на марафон, на забег. Задняя часть сцены. Университет. Но вот такое видео я никогда еще не снимал, чтобы прямо дом правительства, парламент и Ленин. Вообще здесь раньше нельзя было снимать, но сейчас можно. Вон там будка стоит, из той будки выходил человек и просил не снимать. Пустят нас, не пустят, стоит туда идти, не стоит. В общем, не пускают туда, даже через рамку. Девчонки, которые бежали сегодня в необычные.
Через полтора часа откроют движение, а пока вход туда запрещен. Акционерами. Не может выйти, бедная. Посмотрим, что здесь происходит. Фото с машиной. Прям чемпионки такие. Подходите ближе. Подходите, давайте расстановимся. Когда получите ваши медали на финише, подходите к нам ближе к сцене. А те, кто сейчас финиширует, давайте громко поаплодируем. А, это десятка финиширует. Обыск. А финиш десятки с этой стороны. Сейчас я их сниму тоже. Нет, с той стороны. Ну пошли туда. Сколько сегодня, правда, необычных костюмов. Можно наблюдать красивого задания, значит, мы готовили. Может быть, я еще успею туда перебежать. Возвращаются десятки. Медицинских фартуках. Так, пробеги десятку. В жизни не пробежишь.
да? С детьми, с камерами. Вы десятку последний раз за сколько бежали? Не бегайте. Ну, пятерку, ладно. За сколько? Тройку. Тройку? Да что ж такое? А тройку за сколько? А сами не бегали десятку? Лично я не бегал. Тройку даже не знаю, какое там время может быть. Заключительное. Трудно. Ага. Это 5 километров. Конечно, если они бегут впервые эту дистанцию, то не позавидуешь. Вообще, я много бегаю по городу. Бегал и бегаю. И практически никого не встречаю никогда. Так что, по мне, так лучше бы... Ох, какой тортик. Победителем. По мне так лучше бегать понемножку, но чаще.
2-3 километра через день, чем раз в год выходить и пробегать марафон, получать медаль и гробить здоровье таким образом. У нас нормальная. Хавал. Хавал. Спонсор мероприятия Хавал. Вообще никого не пускают и пускать не будут. Да. Да. Как пробежка? Сколько вы? 5 бежали? 10? Ой, 5? Ну и как? Ну, а вот на вот эту вот горка. Площадь Победы, это гор. Блин, я уже думала, я так пожалела, что я не регистрировалась на 5. А вас как зовут? Юля. Юля, а вы часто бегаете или один раз в год? Это сейчас на камеру. Нет, это вот для меня как открытие сезона. Вот этот вот драйв. Зимой не бегали? Нет, зимой не бегали, только в манеже. Ну, то есть не на улице. Но в манеже бегали? Да, в манеже бегали. То есть это не первая в жизни ваша пробежка? Нет, нет. Ну, понятно. Я уже третий год подряд. Молодец. А то я иду и сокрушаюсь. Вот люди выходят раз в год. Я бегаю каждый день практически, никого не вижу. Вроде выходят. Нет, много, я просто, наверное, не в тех местах, как говорится. Не в тех? Ну, на Калиновского, наверное, народ бегает. Или где там? А на 23 февраля вы бегали? Нет. Я в таких мероприятиях редко участвую. По-моему, это очень хорошая пропаганда здорового образа жизни. Ну да, пропаганда, если это не разовое мероприятие. Я согласен. Нет, не разовое. Ну, то есть, это для меня какое-то вот... Ну, чтобы уже пора начинать бегать на улице и не бояться заболеть. Ну, для меня вот этот забег. Вот это чтобы не заболеть, надо и зимой бегать. Тем более, да. Сейчас такие зимы, конечно. Главное, на шею, варежки и все. Просто всему миру показать, какие белорусские девушки, как они празднуют 8 марта. Ну, я думаю, что такого больше нигде нету, да. Ну, да, было. Спасибо, Юля.